Привет, дорогие подписчики! И сегодня Жорик находится у себя в, еще, скажем так, в студии, которая на начальном этапе ремонта у нас, на начальном этапе своего преображения. И, ребята, я сегодня здесь не один, вас ждет. Дело в том, что небольшой сюрприз сегодня. Итак, раз, два, три! Смотрите, ребята! Yeah! У нас сегодня будет горячо и весело. Вас ждет концерт группы InScience, а также наша прекрасная компания, в которой мы приготовим сегодня шашлыки. Поехали! Итак, друзья, сейчас мы берем наш фирменный мангал в гостях у Жорика, выносим его на улицу, разжигаем в нем угли и приступаем к приготовлению шашлыка, а в процессе у нас будет весьма захватывающая динамическая музыкальная пауза. Так что оставайтесь с нами, а мы начинаем готовить. Вперед! Добрый вечер, друзья! Меня зовут Жорик, и мы начинаем сегодняшнюю готовку. Друзья, ну, в двух словах расскажу вам вообще, что у нас происходит сегодня в кадре. Сегодня к нам в гости приехала группа InScience. Огромное спасибо ребятам за то, что приехали к нам и будут сегодня делать нашу музыкальную паузу творческую. А в данный момент мы уже стоим у мангала и потихонечку начинают расходиться наши угли. И сейчас будем готовить шашлык. Но шашлык будем готовить сегодня необычный. Его замариновал солист группы Арсен. Вот. По его фирменному мама, рецепту. Мама, я передаю тебе привет. Да. Мама придумала? Не, папа. Здорово, отлично. Ну, привет, я маме передаю. Класс. Друзья, сегодня у нас в гостях наши, как всегда, знакомые лица, которые часто бывают у нас на программе. Это Саня Креосан, Керя. Добрый вечер. Добрый вечер. Не имею чести. Абориген. Абориген. Понял, круто. Друзья, Бона, Юра, Артем Шеннон, Серега Притула и музыканты очень наши. Очень приятно. Представьтесь нашим. Меня зовут Олег, я гитарист группы InScience. Я Виталик, я барабанщик группы InScience. Так, это Арсен, солист группы. И за кадром там где-то прячется подло Максим. Как всегда, Максим, менеджер группы, да, передаем ему отдельный привет, идем, говорит, когда, не, я не пойду, я стесняюсь. Стеснительный молодой человек. Друзья, и мы сегодня вот таким составом будем готовить шашлыки, которые привез и замариновал Арсен. Сейчас у нас разогреются угли, и мы будем приступать к тому, что нанизаем мясо, жарим, ну и попробуем, что у нас получилось. С вашего позволения, жарить буду я, чтобы соблюсти все традиции. Так что, друзья, не переключайтесь. Будем жарить! Walls around
Друзья, и шашлык для сегодняшней передачи, для сегодняшнего нашего видео делал наш друг Арсен. И я хотел бы, чтобы он рассказал буквально в двух словах, в двух-трех словах, в чем секрет маринада, как он сделан и кто тебя научил так мариновать шашлык, тебе слово. Такий шашлик в мене готував папа завжди, ще як я був зовсім малим, там немає якогось особливого секрету. Це свинина, туди ми додаємо перець, сіль, туди ми додаємо дуже багато цибульки. І головний інгредієнт – це вдома вирощений базилік, сушений. Не куплений у таких от пачечках, а сушений. Отак от брати його між двох рук, натерли – все. Знов шукаю тут. Поглядах людей слова твої, слова залишилась тінь, там, де двоє нас нема, вже нема слів зайвих не треба. Скажи, пожалуйста, как появилась ваша группа? Хотя бы какую-то историю минимальную расскажи. Группа з'явилась, у нас є прямо офіційний день народження. 1 листопада 2014 року, тому що 1 листопада я подзвонив до свого друга, кажу, давай групу зробимо. Він каже, давай, от і день народження. Тобто ти просто сидів вдома і думаєш, так, я вмію петь, вмію грати на гітарі,
а не воплотить ли мне свои умения в жизнь и не собрать ли мне ребят, которые близки будут мне по идейному духу и которые составят мне достойную компанию в том, чтобы организовать вот такую вот группу, да? От друга половина повністю правильно, а перша, я сидів і думав, я не вмію співати, так. Я не вмію грати на гітарі, так. Значить, куди я должен піти, в джазісти мене не візьмуть, значить, треба робити рок-групу, бо там можна навалити. Всего погромче. Вообще напрашивается на ум другое. Если я не умею петь и не умею играть, то куда я должен идти как эстрада. Музыкант? Назовут. Под танцовку к Сергею Пенкину или к Борису Моисееву. Это же початок. По Плавскому, да, кстати, к Михаилу Михайловичу. Так. Был просто такой початок, типа, ну, справді, якось. І з часом просто я розвивався, наприклад, у вокалі, там з гітарою. У мене немає, наприклад, музичної освіти. У нашого гітариста Олега, наприклад, музична освіта є. Так. Він от шарить оті всі умні слова. Угу. Це... Транскрипції там. Оце все страшне. Домінант, варт, секс. Оце, так. Ля мажор, ля мінор, темпо де мінуета. Слышав таке? Я прочитав в нотах. Тілка, прикинь, приносить, прошу прощення, всій женській аудиторії, дівчинка. Девушка приносит нотную такую какую-то штуку. Я тоже нотную грамоту не сильно знаю. А там внутри написано «Темпо де минуэто». Я говорю, слушай, а что это такое? Название песни. Скажи мне, это вас вот этому вот учат в вашей музыкальной школе, в вашем вузе. Так. Вот. И мы играли музыку відразу англомовну, бо так склалось с дитинства. Я був вихований на Beatles, Scorpions, Deep Purple і тому подібне. Все, що слухав папа, те слухаю я. А потім, 3 роки назад, я переїхав до Києва і прийшов працювати в одну компанію, де ми зустрілись. Це був перший день моєї роботи в цій компанії, і в Олега був перший день роботи в цій компанії. Ми таки зустрічаємося, так. Да. Привіт, привіт. Що робиш? Ну, там, музикою займалися. Да, перший день. І мені говорять, не хочеш к нам в групу? Ну, давай. І менеджер Максим, який разговор, так не хоче зараз входити в кадр. Менеджер Максим что-то задумав. Він також працює Он не просто так прячеться, друзі, він почему-то стесняється, вот, чтобы стати... Я можу сказати, я просто займу всю панораму, розумієш? Я дуже широкий. Вам просто не видно Максима, давайте пусть останеться это секретом, короче. Но давайте так, если это видео соберет больше 500 лайков, то мы покажем Максима. Голову? Полностью. Ой, это мои мысли, я сказал вслух, да. Ё-моё. Напишите в комментариях вес Максима. Покажи Максима. Да, напишите в комментариях, покажи. Хэштег. Покажи Максима. Да, звучит очень сильно. Неоднозначно, так скажем. Ну что, друзья, сейчас у нас разойдутся угли, мы при этом еще попьем пуэрчика. Буквально немножко. Настроимся на правильную вибрацию сегодняшнего вечера, пожарим шашлычок, ну и послушаем качественную, хорошую музыку. I'm not afraid to
And everybody can go inside, but with face down, down. We took the way you're looking for a better life. While we are going with faces down. А знаете, друзья, почему у нас на такую большую компанию так мало шашлыка? Потому что ты не поддержал канал. Ты смотришь контент с удовольствием, кушаешь под него, но забываешь внизу про то, что прикреплена карточка, и можно буквально совсем немножечко поддержать канал, чтобы тебе было интереснее и сочнее это все смотреть. Смотри, даже Саня Криосан негодует по этому поводу. Так что возьми и поддержи канал. Внизу под видео наша карточка. Ребята, я так понимаю, что вы исполняете музыку преимущественно рокового направления. Рокового направления. Но... На соло электрогитарах. Так. Да. Но иногда возможны какие-то отхождения от формата или нет? Не. Ну, а если это вот... рок просто такие резни... Современный. Я бы сказал, что это очень современный... Классно звучащий рок, который разбавлен немножко какими-то электронными инструментами, так. Интересным современным звучанием. Ну, просто потому что как бы классический рок уже сейчас очень сложно воспринимается людьми. Люди настолько подсели на вот этот вот электронный звук, что просто звука гитары уже недостаточно, чтобы прокачать любой зал. Ну а вы на концерты где-то, да, у вас есть концерты, где есть доступ зрителя к вам? Бывает? Конечно. Как? Ну, у нас все остальное, все по канонам классического рока, просто мы в аранжировке немного включаем электронного звучания. А вот были ситуации, когда на сцену врывался какой-нибудь нетрезвый фанат и кричал: «Пацаны, даю 200 баксов, давай мурку вали! Хочу, чтобы душа раскрылась, развернулась, эй-эй!» Вот такие были моменты? Да, у меня был случай, когда пьяное тело просто так обняло и не отпускало. Это пришлось был мужчина или женщина? Мужчина, такой лет 40. Пришлось немножко дать снеги по лицу, чтобы он остыл. Ого, радикальные меры. Ну, это же рок. Согласен. Ну, а так, чтобы под заказ там мурку фристайла, макафо, нет, такого не было? Еще такого да, мы еще не доросли до такого левела. Друзья, все еще ждет вас впереди. Поверьте мне, как, в принципе, и всех нас, и наших дорогих подписчиков. Друзья, если вам нравится то, что происходит на нашем канале, и если вы смотрите с удовольствием, это вызывает у вас выделение желудочного сока, обогащает вас информативно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это будет очень большой помощью для продвижения этого видео, и нам будет от этого плюс. И вам будет от этого плюс. Если вы дадите нам возможности своей подписочкой и лайком, соответственно, мы не подведем вас. И эти возможности правильно реализуем. Будем дальше и дальше расширяться и делать для вас контент все интереснее и информативнее, друзья. Продолжаем насаживать мясо на шампура. Дядочка Жорик уже старенький, видите, тупит иногда. А лук?
Тоже надо? Да, не надо. Вот такой сочный. Я не одеваю, давай, нас много. Поэтому... Кстати, у нас тоже есть канал, называется InScience. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите. Мы будем очень рады, там есть вся наша музыка, наши видео, наши блоги, записи альбома. Мы всех очень ждем. Хорошо пахнет. Да, я заценил. Как аппетит активируется. Сейчас. Уже и домой. Свинья была девственницей. Можно спешить. Ни с кем не шпилевили ни разу. Серьезно? Серьезно. Мы с вами не просали. Прикинь, камин-аут. В гостях у Жорика камин-аут, Олег такой стоит, просто жарим шашлык. Никого не трогаем. Олег такой стоит. Ни разу. Ни разу в жизни не пробовал. Но открыт для предложений. Ей, кажи, есть дочка. Непорочное зачатие. Друзья, на этой ноте Саня уезжает. Его ждет дома монтаж. Но огромное спасибо, Сань, за то, что побывал сегодня на нашем концерте. Спасибо за приглашение. Уважил нас, побывал в нашей студии в процессе ее разработки. Как тебе, кстати, скажи мне, свет, то, что мы повесили, звук? Очень нравится атмосфера. Гараж, кругом инструмент лежит. Вообще прям суперски себя чувствуешь, как-то необычно. Рок-группа играет, колонки, да, рок, свет светит. Громкий звук, мощный. Да, друзья. Супер. Еще раз огромное спасибо Сане за то, что был сегодня с нами. За ним уже приехало такси, он уезжает, а мы продолжаем дальше жарить шашлык. Оставайтесь с нами. Короче, ребята, я вам сейчас покажу такую штуку. Мы вот здесь на улице. Вот сразу видно, что здесь собрались любители кулинарии по хардкорчику. На улице холодно. Кулинарии и хорошей музыки. Да, на улице холодно. А сейчас я покажу вам клуб любителей пуэра. Чайный клуб. Готовы? Смотрите. О! Вот он. Вот это весь пуэр-клуб, короче, в полном составе. Юра главный предводитель, который снабжает всех пуэром на сегодняшней вечеринке. Да, предводитель пуэра, пуэрового клуба. Бона, Артем, Шеннон, Серега, Притула здесь все. О, Кирилл убежал куда-то, засмущался. Так, друзья. А мы же идем жарить шашлык. Ну что, друзья, многие уехали, остались только любители настоящего хардкора. С нами остался Арсен. И я считаю, что самое время идти пробовать шашлыки. Так что вперед, погнали с нами. Сейчас пошли посмотрим, что происходит. Друзья, смотрите, лайфхак для тех, кто открывает банку и не может открыть. Вот бывает такое очень часто, если особенно домашняя консервация, без полотенца или там без поддевания ножом, хрен откроешь. Но если крышку поддевать ножом, то ее уже второй раз не закроешь. Поэтому как это сделать правильно? Смотрите, две руки берете вот так между собой в замок и в правильном положении ищите точку и с двух сторон просто поджимаете. Банка открывается вообще двумя пальцами, любая, даже домашняя, там, ну, как бы она ни была закатана, и крышка при этом не повреждается. Друзья, мы приступаем к дегустации. Арсен, давай ты попробуешь первый и скажешь. То получилось или не то, вот по твоему мнению. Давай. Ты же знаешь эталонный вкус блюда? Я? А як же? Так, с один кусок чи два? Мабуть, не знаю. Мабуть, один. Так. З кекчиком. Давай. Ляпота.
Это оно вот так, как должно было быть? Да, уже смачно. Все супер. Так, ну, друзья, теперь предлагаю попробовать. У нас сегодня девушка пришла к нам в гости, поэтому давай ты следующая. Зацени. Арсен мариновал, я жарил. И вот таким тандемным режимом получили вот такое блюдо. Жареное не ел. Дай бы задачу, кстати. Очень вкусно. Пойдет? Ну что, ребята, налетайте. Друзья, ну лично я этому шашлыку ставлю твердую десятку, отлично. Мои комплименты. Еще раз? И ста. Да нет, почему из 10? У нас всегда номенклатура исчисления считается в 10 баллах. И это шашлык, ну это твердая десятка, я тебя поздравляю, класс. Так, мой респект повару. Друзья, вы что скажете по поводу шашлыка? Два лайка из двух. Класс. Я кайфанул, спасибо большое. Дякую, очень вкусно. Так, за музыку тоже. Огромное спасибо тебе в лице представителя группы «За музыку», за сегодняшний драйв, за хорошее настроение. Друзья, вам всем спасибо за то, что пришли сегодня в гости, составили компанию, что нам было не скучно, знаете, мы так вот вчетвером сели, поддержка ваша чувствовалась. Всем огромное спасибо. Ну и на этом позвольте откланяться, друзья. Всем респект, уважуха, peace! To fix myself, not afraid that I was so stupid. Didn't try my best to reach the goals and save your beauty. I'll keep the night in the memories forever. We can talk like no one's there. It can't be better. Stop changing my. Try my best to reach the goal and save your beauty. I'll keep the night in memories forever. We can talk like no one's there.